Сегодня с утра у нас плюс один. И вот такой снежок на машине. Но самого снега нету. Маша очень обрадовалась, когда увидела лед. Снег. Да. Хотя у нас показывает минус один. На дороге скользко. Мы уже в течение 5 минут сидим, отогреваем нашу машину, да, Маша? Да, там одна иголочка из снега, похоже на сосульку. Понятно. Ну, это, на мой взгляд, один из самых таких прохладных дней в Сочи, вот за этот период времени. Едут все так аккуратненько, потихонечку. Видно, что у многих нету зимней резины. Вот, лужи в каких-то местах даже замерзли. Ну, для кого-то, может быть, это покажется, да ну, бред, ой, господи, что вы там испугались, минус один, господи. Но это мы сейчас с вами на равнине находимся. Вот если на каких-то горных местностях, да, там, где достаточно мокрая, влажная, допустим, дорога была, то там вообще без зимней резины даже не стоило выезжать. А здесь, по крайней мере, равнина, есть какие-то моменты, когда останавливаешься и чувствуется, что там срабатывает АБС, то есть это лед. Вот. Но, по крайней мере, это не в гору забираться, поэтому все-таки все зависит именно, где вы будете проживать. Если на возвышенности где-то, то вполне возможно, что вам без зимней резины в каких-то моментах просто не обойтись. Всем удачи, всем пока. Там можно, наверное, посмотреть. Летняя резина. Летняя резина. Просто пройдем, посмотрим. Летняя резина. Это всесезонка. Сейчас прошел по улицам. Конечно, у всех летняя, смотрю. В основном тоже летняя резина. Четверка, Логан, и эти все на летней резине.